Привет, Good Game. Мы берем уже, надеюсь, традиционное интервью с косплеерами и начинаем. Приветик, расскажи о себе. Ну, косплеем уже давно занимаюсь, но на Игромир попала впервые, поэтому пока что все в новинку. Давно занимаешься косплеем, но впервые на Игромире. А ты до этого была на каких-нибудь таких выставках, конвентах? Скорее не конвентах, а форматы поменьше, там фестивали. Ну, максимум, которые организовывались японским домом, вот так. А чей это костюм, кто ты? Это нинтендовская игра Fire Emblem, или там также в Smash Bros. Представлена. Персонаж Люцина. Здорово. А почему именно этот персонаж? Просто нравится. Здорово. А кто ты в обычной жизни? В обычной профессии или что? Чем занимаешься просто? Так-то я флорист. Люблю творчество. Поэтому косплей тоже как творчество. Все взаимосвязано. Спасибо большое. У нас тут косплей на Серсею. Привет, как тебя зовут? Серсея Ланнистер. В паспорте также написано? Конечно. Здорово. Почему именно Серсея? Ну, Серсея – это очень сильная женщина, которая очень любит своих детей, очень волевая и очень на многое готова. Ты считаешь себя такой же? Ну, более-менее. Стараюсь соответствовать. Здорово. А ты сама шила себе костюм? Нет, костюм не сама. Ну, есть какие-то детали, которые я делала сама, но в общем-то нет. Привет, Ксюш. Расскажи, как у тебя дела? Привет. Отлично. Просто замечательно. Я на самой лучшей выставке в мире. В общем, я за твоей страницей в Инстаграме слежу и все дела, а многие нет. Я видел процесс подготовки костюма. Расскажи подробнее, как это все было, тяжело, насколько? На самом деле, на этом костюме было, конечно, тяжело работать. Он достаточно сложный и технически, и по деталям. Но я получала огромное удовольствие, потому что я обожаю, как ты меня близко. Я просто не уверен, будет нормально звук или нет в этом деле. Ты что там лицо? Я очень люблю Джокера Бэтмена, и этот костюм прям вот моя отдушина. Я просто его сделала вот чисто для себя, потому что я люблю и так, как мне хочется. То есть нету какого-то источника, поэтому я фантазировала. То есть это вот соединить Бэтмена и Джокера в одного персонажа, это полностью твоя идея, да? Я вдохновилась идеей одной фигурки от Square Enix. Там вот эта идея была, совмещенный Джокер с Бэтменом. Но мне не до конца нравился дизайн, я его решила переделать по-своему. Ну, то есть он за основу взят, но все равно переделан очень сильно. Ты потрясающий косплеер, это все знают. Расскажи, а кто ты в обычной жизни? Я работаю в игровой индустрии. Я арт-директор компании. Делаю проекты, руковожу художник. Я как-то смотрел, что ты говорила, ты начала заниматься косплеем как хобби, потому что уставала от работы. Тебе так скучно на работе? Нет, мне на работе очень весело, но всегда надо иметь что-то другого порядка, я не знаю. Просто чтобы отвлечься, перезагрузиться, чтобы в другой среде побыть. Но тем не менее, она близкая к моей индустрии, поэтому я художник, да. А сколько ты вообще в этой гик-теме там и все в таком духе? Ну, я очень люблю комиксы, их читаю, коллекционирую, покупаю. Да, я видел тебя коллекцию. Да, я обожаю фигурки, я прямо у меня очередную фигурку купить. Кто это будет, конечно? Это будет Бэтмен. Спасибо большое.